Привет, друзья! Меня зовут Миша Келкунтак, и мы с вами продолжаем играть в игрушку Little Nightmares. Мы с вами закончили на этом месте, когда все-таки сбежали от этих ненасытных тварей, которые там едят за столом постоянно. И так далее. А куда же нам идти? Спрошу я вас. А вы мне не ответите, потому что вы смотрите это видео. И как бы, что мне делать? Что делать, непонятно пока что. Ну, шумиху я могу, конечно, подымать, но толку с этого? Можно сюда спрятаться. Так, слушай, а может быть я могу разбить зеркало? А ну-ка, давай попробуем. Может быть там проход есть. Кстати, да, я был прав. На удивление. А ну-ка, вылезай. Шестая, ты умница, ты гениальная просто. Так, а тут решетка. Ну, значит, мы полезем по решетке наверх. Как бы особого выбора в этом плане у нас нет. Игра довольно линейная. Выходим сюда. Кстати, друзья, если вы кушаете, приятного вам аппетита, ну и, естественно, приятного просмотра. Так, давай присядем, и здесь главное не упасть с таким видом сбоку. Там он мясо разделывает, поваренок. А труба стала в два раза уже. Это опасно. Вот с этой трубы, получается, я могу как раз-таки и упасть на эту игрушку, которую надо разбить. Хоп, есть. Аккуратно. Но фигня в том, что если я сейчас разобью игрушку, мне кажется, он придет на этот звук. Хотя никто не идет пока что. Ладно, давайте в лифт. Поедем на лифте куда-то. А куда, пока что неизвестно. Так, главное, что прошел автосейв сейчас, потому что мне он очень нужен. Так, давай зажжем, пожалуй, фитиль вот этот. Я могу здесь вылезти? Нет. А по дверям, кстати, могу? Или пройти сюда? Так, я могу пройти сюда, тут кто-то спит. А здесь что у нас? Я просто не знаю, куда сначала нам надо. Но давайте все-таки сначала налево сходим. Там, где кто-то спит. Тут гномик есть. Давайте схватим гномика. Гномик! Хороший гномик. Молодец. Так, гномик ходит с нами. А вообще, зачем нам сюда заходить, интересно? Я пока что не очень понял. Или мне нужно по нему как-то вылезти? А что, это идея? Нет, я не могу по нему никак вылезти. Ладно, это было бы слишком опасно. А по коробкам этим? Тоже не вариант. Странно, может быть, сюда есть проход в мою сторону? Тоже тупик. Ну, шестая никак не забирается ни на кровать, никуда. Поэтому ладно. Давайте просто свалим отсюда. И пойдем в эту комнату. Твою ж мать, не-не-не-не-не-не-не, снова вылезли эти уроды. Фух, капец, их все больше и больше. Так, шестая, пожалуйста, беги. Не останавливайся вообще. Даже и не думай. Куски мяса летят. Они там друг друга готовы задавить за меня. Так, аккуратно. Сколько же вас там, боже ж ты мой. Какие сволочи. Так, давай, шестая, давай. Есть? Вылезай, шестая, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Быстрее, пожалуйста, быстрее. Шестая, не надо, есть. Фух. Я успел от них сбежать. Ты смотри, какие наглые, а? Еще и в масках. Так, здесь я могу тоже зажечь лампу. Пожалуй, я этим и займусь сейчас. Ну давай, зажги. Ты чего делаешь? О, господи. Шестая, ты можешь взять эту лампу и нормально ее поставить? Вот. Пускай горит себе. Я вижу, там щель есть, но мне хотелось проверить, можно ли куда-то пройти. Оказалось, что нет. Давай, вылезай. Хопа. Все готово. Давай вырубим пока свет. Снова она голодная, хочет кушать.
Интересно, что в этот раз мы будем такое жуткое есть. Ну, давай, давай, шестая, ускоряйся, пожалуйста. Вообще падает без сил, голод ее мучает. Но ничего, мы не сдаемся, мы дойдем обязательно до еды. И все у нас будет прекрасно. О, гномик, ты нашел сосиску или колбасу? Поделишься? Пожалуйста. Пожалуйста, гномик. Чего? Шестая, ты чего делаешь? Твою мать. Ребят, это какая-то жесть, это бред. Зачем? Ты же обнимала этих миленьких маленьких гномиков, а теперь ты его сожрала. В кого ты превращаешься, шестая? Чем ты теперь лучше, чем те, которые хотят тебя сожрать? Ребят, ну это, конечно, вообще меня шокирует. Это крайне неприятно. Эти решетки можно открыть? Нет, по ним только ползать можно, я понял. Хорошо, ладно, давайте полезем. Так, кто-то? Это та таинственная дамочка, да? Ну ладно, она куда-то уехала. У меня есть время здесь пошариться. Наверх я выбраться никак не могу. Сюда я тоже никак особо пройти не могу. Может быть, мне как раз таки и надо будет, скорее всего, да, вызвать лифт и поехать вслед за ней. Иных вариантов я здесь просто не вижу. Так, давайте отсюда... Не, вот отсюда прицелимся и хоп-она. Не, все равно не долет. Ладно, ладно, сейчас будет чуть ближе попытка. Вот отсюда. Есть. Пожалуйста. Так, только я не знаю, приедет ли кто-то в лифте или нет. На всякий случай спрячусь сейчас. Не, лифт пустой, хорошо. Значит, я могу заходить. И поедем. Получено достижение, гостиная. Так, мы куда-то приехали с вами. Непонятно пока что куда. Стоят манекены. Разбитое зеркало сверху вижу. Хорошо, хорошо. И что же делать здесь? Могу по шкафу вылезти наверх? Могу, кстати. Кстати, почему бы и нет? А, она до конца не вылезает? Ты серьезно, шестая? Почему не хочешь? Давай. Не, она не хочет никак. Ну ладно. Если нет, так нет. Какой домик-то большой. И это все прямо на корабле происходит. Прошу заметить. Так, вот сюда уже нужен будет Ключанский, чтобы попасть. Поэтому запомним это. Запомним и побежим пока что дальше. А почему тут занавешена картина? Я могу как-то это убрать? Нет. Часики тикают. Сюда тоже не пройти мне никак. Вот открытая дверь вижу, а в мою сторону что-то есть еще? Нет, только эта дверь. Хорошо, заходим, значит. Ох, я уже испугался, это манекен стоит. Так, эта дамочка явно меня поймает, если увидит. И явно не к добру это все будет. Но если я тихонько пролезу, может быть, она не заметит меня? Очень тихонько, очень-очень тихонько сзади нее пройду. Надеюсь, пол у нее не скрипучий. Так, хорошо. Где-то тут должен быть, по идее, ключик. По логике вещей. Пока я его не наблюдаю. Странно, конечно, очень странно. Я даже не догадываюсь, где он. Может быть, я как-то ящик этот могу открыть? Не, ну вылезти-то понятное дело, я сюда могу, а толку? Там тоже прохода никакого нет. Под кровать могу спрятаться? Могу. Это уже меня радует, но как бы непонятно, где ключ. Хотя я думаю, ключ лежит в этой вазе.
Что если мне просто разбить эту вазу? А ну-ка давайте попробуем, почему бы и нет. Вот она неспроста тут явно стоит, мне кажется. Да, ключ там был, 100%. Подбирай ключ и бегом-бегом под кровать. Она же явно сейчас сюда придет. Ну? И где эта дамочка? Ты идешь сюда или нет? Я просто как-то боюсь выходить сейчас, потому что мне кажется, она тоже как-то крадется ко мне. Хотя, может быть, я просто себя накручиваю. Ладно, давайте во всяком случае проверим. Сдохнем так сдохнем. Ну интересно, куда она подевалась просто. Ну же, давай, где ты шестая идешь? Вот. Вот она. Так, а где сама дамочка? Здесь еще статуя. Давайте статую разобьем. Я, конечно, все их не разбивал, но тем не менее будет хоть это еще. Я так понял, она ушла куда-то, поэтому я могу спокойно с ключом пробежать. Ей вообще на меня плевать получается. Ладно. Это и к лучшему на самом-то деле, не придется пока от нее бегать. Спокойненько открою дверь сейчас и выйду отсюда. Куда-то дальше. Так, ну же, давай, давай, шестая. Вставляй в скважину и крути. Ох, как тут темно, давай включим свет. Эй, это уже нехорошо, конечно, было только что. Сколько манекенов. Твою мать, нет, она идет за мной. Ох, не-не-не-не-не-не-не, шестая, давай-давай-давай. Есть, я успел пробежать. Она же не пролезет сюда, я надеюсь. Я очень на это надеюсь. Так, тут же как-то можно вылезти, не? Или на этот шкаф, ну как-то по-любому можно. Вот, давай, ползи. Блин, а дальше она не ползет. Это уже хреново на самом-то деле, очень даже хреново, но ладно. Тут есть проход зато дальше, поэтому мне не надо, собственно, на шкаф. Но вероятность того, что она меня поймает за задницу, велика достаточно, потому что я вообще не был здесь ни разу, а для нее эта локация как бы, ну это ее комнаты. Все-таки она лучше шарит, как меня тут поймать. Ну ладно, ничего страшного, давайте поищем, может быть, что-то здесь. Просто как-то очень все темно у нас. Нам стоит на эту тумбочку вылезать? Тут глаз большой есть. Но я не понимаю, как с ним взаимодействовать. Возможно, и нельзя совсем с ним взаимодействовать. Поэтому мы пойдем дальше просто. Да и все. Вот куда-то сюда, наверное. Да. Тут есть проход. Давайте отломим доску. Вот так вот. И пройдем. Автосейв — это замечательно. А это что такое стоит на тумбочке? Не понял я юмора. Ну ладно. Так, но это какая-то тупиковая комната. Зачем я сюда зашел? Могу вылезти. Да в смысле, вылезти могу, говорю. Вот, пожалуйста, вылез куда-то. А прохода-то дальше нет. Хм, замечательно, классно я вылез. Ничего не скажешь. Так, хорошо. Ящик открыть могу, вот этот, например? Не, никак не могу. Ящик открыть, картину убрать могу? Не, не могу. Странно, 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 все это очень странно. Давай зажжем свет и нифигашеньки не увидим мы от этого. Ну, кто бы сомневался вообще в этом всем. Так, не могу понять, конечно, не могу понять. О, я взял что-то. Давай бросим. И... смысл от того, что я разбил зеркало, ну, точнее, бросил его. Чё-то я не очень понимаю. Может быть, мне надо вот это зеркало как-то взять, бросить, не? Не, это тоже так не работает. Хм. Довольно-таки странно. Ну ладно, я так понял, мне пригодится это зеркало. Значит, я иду с зеркалом обратно в ту комнату и что-то должен сделать. А, вот она уже стоит. И как бы, возможно, я должен показать ей ее отражение. Хрен его знает, как это работает. Ну давай.
Я вот на центре, попробуй меня поймай. Или я должен идти на свет? Не-не-не, твою мать! Блин, я хотел убежать на свет просто. Итак, у нас вторая попыточка сейчас будет. Мы попробуем ее как-то прижать. Ну, я сразу иду вот сюда, потом иду на свет, соответственно, вот сюда. Где свет врубят, туда я и иду. Вот я стою на свету и готов в любую сторону отразить. Вот так вот, стой. Не нападешь на меня, есть, нормально. Я могу защищаться этим зеркалом, я тебя понял. Но только мне надо быстро убегать на свет. А где следующий свет врубится? О, давай, 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 быстрее, пожалуйста, есть. Главное успевать. Успевать, где свет. Так, вот ты, пожалуйста, я тебя поймал. Нормально, давай, вставай, пожалуйста, шестая. Давай, 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 бери зеркало быстрее и беги, куда там надо бежать нам. Вот сюда, давай, давай. Будем стоять на центре. Я готов отразить твою атаку. Где ты? Покажись. Ага, она не спешит показываться. Сучка такая. Вот, все, я тебя поймал тоже, опять же таки. Ну, пока что это легко. Я думаю, мы справимся. Куда свет идет? Сюда свет, быстрее, быстрее. Главное из мрака выбраться. Не, ну прикольно это битва с боссом получается у нас такая, да? Ну, это же босс реально. Да, все нормально. Вообще легко. Просто и понятно. Давай, давай, подбирай быстрее зеркало. Давай, шестая. И... Она со всех сторон пытается, наглая такая бабка, а? Или тетка, кто ты там вообще? Я ж не вижу, ты за маской спряталась. Покажи свое лицо. Я только встал, даже не направлял зеркало, и оно как-то автоматически на нее попало. Прикольно. И все, я победил ее? Она больше не будет за мной гоняться или как? Или это временно отбил ее атаку? А ну-ка, она встает, кстати. Давайте, может быть... Подойдем к ней, типа ее сожрать надо? Или что? Да, походу я ее буду грызть сейчас. Прикинь, какая жесть. Не, ну не, ее хотя бы не жалко, в отличие от гномиков. Она нас хотела убить. Так. Да, я так и думал, она будет ее жрать. Но это было очевидно. Вот такая вот жестокость у шестой проснулась. С волками жить, по волчьи выть. Иначе и не скажешь. Все, ее душа как-то высасывается и... И что дальше? Как-то непонятно пока что. Ох, какая лютая шестая. Что-то непонятное опять же таки происходит. Это лифт какой-то? Ну да, наверное, это лифт. Я вообще пока ходить не могу, она просто стоит. Ага, ну вот теперь я могу идти, кстати. И куда это я иду? Музыка, конечно, жуть. Но атмосфера тоже клевая очень из-за этого. Так... Ого, ничего себе, как их плющит-то от меня. Шестой вообще плевать на них просто. Они все падают. Я даже не знаю, как это описать словами, что это происходит, но нам теперь все нипочем получается. Вообще шикарно. А раньше ведь мы убегали от них. Теперь они просто умирают, падают при смерти, когда мы идем рядом. Я даже зажигалку, кстати, включить не могу. И что это за двери, куда они ведут? Куда-то в неизвестность. Давайте поднимемся наверх.
Я, кстати, даже бегать не могу, она только идет обычным шагом. И сейчас такие двери закрываются. О, получено достижение комнаты хозяйки. Ну да, это скорее всего был босс, я думаю. Мы победили босса. С чем я, собственно, нас и поздравляю, друзья. И все, шестая где-то уходит в свет, непонятно куда. И гномики идут за ней. Не, гномики остались здесь, походу. Чё-то не очень мне понятно пока что, что будет дальше, но интересно, очень интересно. А, это конец игры был? Серьезно? То есть я прошел игру? Да, друзья, конечно, коротенькая игра, хотелось бы продолжения, но ничего, там есть еще DLC, поэтому мы обязательно будем проходить их, и я надеюсь, благодаря DLC раскроется сюжет, мы поймем как-то более обширно всю эту историю, и, возможно, узнаем еще что-то новенькое, не исключаю этого, конечно же. Спасибо вам огромное за ваш просмотр, я надеюсь, видео вам понравилось, большой вам удачи, друзья мои хорошие, и до новых встреч, пока-пока.